Открытая студия. Вы слушаете «Радио 1» в эфире «Открытая студия» в Доме правительства Московской области. У микрофона Владимир Вахрушев, а мой собеседник сегодня – заместитель директора Государственного автономного учреждения культуры Московской области Московская губернская универсальная библиотека Андрей Лисицкий. Андрей Викторович, здравствуйте. Добрый день. Можно Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, стоп. Да. Еще раз перепишем, да? Смотрите, программа будет выходить в повторе, может, вечером, может, утром, поэтому нейтрально, просто здравствуйте. Просто здравствуйте. Понял. Вы слушаете «Радио 1», в эфире «Открытая студия» в Доме правительства Московской области. У микрофона Владимир Вахрушев, а мой собеседник сегодня – заместитель директора Государственного автономного учреждения культуры Московской области Московская губернская универсальная библиотека Андрей Лисицкий. Андрей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тогда, раз я на правах хозяина могу задавать вопросы, вопрос первый. Что выберете вы для начала беседы? Креативная индустрия или библиотека? Ой, это такой сложный выбор на самом деле, потому что вот тот проект, которым мы сейчас занимаемся, он и про первое, и про второе. Да? Но все-таки давайте... Давайте поговорим про креативную индустрию сначала. Хорошо. Креативная индустрия – словосочетание, которое уже второй год достаточно регулярно употребляется. В частности, в Московской области есть какие-то... частные проекты, есть государственная, региональная программа. Но давайте еще раз нашим радиослушателям расскажем, что же это такое, что же это за сегмент креативной индустрии? Ну, это новый сектор быстрорастущей экономики, который в целом ряде стран дает достаточно высокий прирост, причем в очень разных и в разных социально-экономических условиях. Разброс там от Великобритании до Китая. Угу. Да? В нем выделяют там от 12 до 14 сегментов. Я сейчас их перечислять не буду, но это и радио, где вот ровно мы сейчас тоже находимся в одной из креативных индустрий, и телевидение, вот, и сектор наследия, и новые IT-продукты, вот, и дизайн, ну и так далее, в общем. Ну, то есть, по идее, это произошла классификация и группировка того, что было, да, просто это объединили. Да, в отдельный сектор, но смысл креативных индустрий заключается в том, что там главное не средство производства, а собственно, главное это творчество, это и есть средство производства, да. И в этом смысле креативные индустрии могут создаваться, в тех местах, где не было ничего и практически с нуля. Но это не значит, конечно, что им не нужно оборудование, там, инфраструктура и так далее. Да? И, собственно, вот про это отчасти там и наша библиотека. Ну, если мы будем говорить про наши мегаполисы, про Москву, про Питер, там креативные индустрии развиваются уже изрядное количество лет в формате там и креативных кластеров, да, которые объединяют и сосредотачивают как бы различные типы индустрии, которые работают на сходные цели и задачи. Там знаменитый винзавод, флакон там, и так далее и тому подобное. Но они все немножко вот растут, так сказать, из воздуха. Когда мы многое берем, как обычно, там из-за рубежа, мы не всегда... И это сращиваем со своей спецификой. Ну, то есть мы берем без адаптации, по сути. Без адаптации. Ну, вот за 10 лет действительно наработаны какие-то приемы адаптации. А самое главное, сообразили, что вот тот путь, который удобен для мегаполисов, если мы говорим про матушку России, остальную, да, в том числе и про Московскую область, он не всегда приемлем, что вообще-то у нас креативная индустрия, если мы говорим про... исторические города наши, конечно, гораздо проще и быстрее и эффективнее растить на том, что называется силой места, на местном наследии. Это не значит, что они там некий архаичный характер носят, но это значит, что, собственно говоря, мы эту силу места можем использовать. Там, если были некие текстильные производства, то речь может идти о текстильном дизайне. Если, собственно говоря,
там работали с инженерным творчеством, то действительно можно про это сделать и так далее и тому подобное. То же самое там дизайна касается и прочих отраслей. Ну, то есть думать о новом, но не забывать про корни. Про корни, да. И, собственно, вот на этих корнях там выстраивать и маркетинг, выстраивать и контент и прочее. И один из быстрорастущих секторов, это, конечно, еще и креативных индустрий, и это частные музеи, исторические производства, вот, и всякие прочие сюжеты, которые для Московской области еще интересны с точки зрения того, что это такая очень хорошая база для развития культурного туризма. Угу. Ну, здесь вот, мы уже вплотную подходим как раз к предметному разговору о том, что в подмосковной Коломне, которая уже давно считается туристической меккой в Московской области, как раз там идет уже много лет широкое развитие и частных музеев, причем направления их абсолютно разные. Как раз и появится центр вот таких развития компетенции, креативной индустрии. Это будет библиотека наследия. Вот теперь, Андрей Викторович, давайте соединим креативную индустрию, библиотеку, как раз то, о чем мы говорили в самом начале. Что за проект, что за идеи и что за место? Да, ну, проект интересный. Он представляет собой не ту библиотеку, к которой мы привыкли. Угу. Вот. И это, собственно говоря, формат такого нового знаниевого и образовательного центра. Да? Вообще, вот если сегодня у нас День знаний, да, и, угу, так сказать, символично очень, что разговор в этот день происходит. Дело в том, что, собственно говоря, сейчас порождается целая сеть новых таких, так сказать, знаниевых форматов, где люди получают там и мягкие навыки, и погружаются в какие-то технологии, в профессию более глубоко, причем речь идет как об инженерных специальностях, так и о... И о прочих, и о творческих, угу, да. Ну вот там про форматы, да, открываются фаблабы там при так называемые, где при технических вузах, где люди могут и, собственно, спроектировать идею и потом уже ее в прототип обернуть, да. Их немало. Для детей там открываются кванториумы, детские парки, да, технопарки, где дети что-то могут попробовать. Открываются точки кипения агентства стратегических инициатив. В стране уже более 100 появилось, и они как про, собственно, такие вот технологические инновации, связанные с инженерией, с производственным сектором, так и с нецпроизводственным, да, uh-huh, потому что... Вот. Но то, что касается форматов работы с наследием, да, новых, их пока образовательных, их пока в стране очень мало. И на них колоссальный запрос. И, собственно, вот из этого запроса, с которым столкнулся во многом музейно-творческий кластер коломенский, да, произрастает эта идея. Создать такой центр компетенции, где людей этому будут обучать. Вот, потому что, ну, очень много, собственно, кто обращается, это и люди, которые пытаются запустить свои небольшие частные инициативы, и проектировщики, которые работают там, не знаю, с фондом Тимченко нашим, с фондом, благотворительным фондом Владимира Потанина, музейщики, краеведы, кого там только нету. Да? Вот, многие из них хотят как бы перейти на следующий уровень, да, но... где обучиться, не сильно представляют. И вот, собственно говоря, вот первым посылом стало перевести вот эту работу на новый такой системный уровень. Mm-hmm. Ну и прежде всего сделать это не столько для всей страны, а для Московской области, потому что масса у нас есть исторических городов и территорий, куда люди едут, да, и где, собственно, вот в таком системном опыте люди нуждаются. Вот. Кроме того, что такой опыт есть у Коломенского музейно-творческого кластера, есть он у делового клуба «Наследие экономика», вот, в состав которого я вхожу и который экспертов объединяет, и проектировщиков со всей страны. Вот. И, собственно, есть еще нужда в том, чтобы где-то был сосредоточен вообще весь лучший российский опыт в этом смысле. Угу. Да? А такого на самом деле немало, просто его опять же никто не описывал. И вот мы собрались, собственно говоря,
пару лет назад написали заявку благотворительный фонд Владимира Потанина, и они нас поддержали с проектом, который, собственно, так и называется «Библиотека наследия. Центр социальных инноваций в сфере культуры», где мы начали с этой темы работать. Но дальше больше, это вообще дальше стал вопрос о том, что для этого, собственно, формата необходимо и физическое помещение, и системная поддержка уже не каких-то благотворительных организаций, а, собственно, власти, чтобы это, этой работе придать системный характер. Вот давайте сейчас подробности буквально через секунду. Я напомню нашим радиослушателям, что в открытой студии «Радио 1» у нас сегодня заместитель директора Государственного автономного учреждения культуры Московской области, Московская губернская универсальная библиотека Андрей Лисицкий. Андрей Викторович, ну а теперь подробности. Ведь действительно, как выбиралось место и какая программа под это нужна, поддержки? Да, место выбрано не случайно. Это самый центр исторической Колумны по площади Двух Революций. И более того, это пространство библиотеки, оно фактически продолжает пространство такого уже очень известного в стране музея, резиденции, арт-коммуналка «Ерофеев и другие», да, который уже несколько лет существует, который, собственно говоря, посвящен советскому наследию, куда приезжают и литераторы, и современные художники, и творят там. Да? Вот. Плюс еще они там большую работу проводят по изучению советского наследия, коммунального быта, объединяют сообщества. Ну вот ровно прямо стенка в стенку с музеем нам администрация Коломенского городского округа выделила пространство 600 квадратных метров, отремонтировала под эту крышу. Вообще, надо сказать, что администрация Коломенского городского округа — это вот очень, еще один очень серьезный партнер для этого проекта, который, собственно, поддержал вот инфраструктурно. Сейчас это пространство передано Московской губернской библиотеке. Мы имеем дело вообще в этом смысле с уникальным форматом, потому что это государственно-общественное партнерство, по сути. Да? Мы сейчас вот находимся в стадии оформления договора, потому что, но де-факто уже деятельность у нас вовсю идет год. Вот. Никто просто этого в стране не делал. Так что даже вот в смысле юридической формы это такая любопытная история. То есть это первые шаги, по сути, да, новаторство для многих будет. Да, 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 да. Там создан, ну, вот, запущен реальный формат такой сотрудничества под развитие так называемых заповедных кварталов, где тоже вот такой создается креативный кластер на основе наследия, и соучаствуют и область в лице там губернатора, и город, и, собственно говоря, общественная организация. Да? Но там нету вот этой образовательной функции, да, то есть люди, ну, просто делают такой деятельностный формат, да, из частных музеев, там, из творческих пространств, резидентов заводят. Над экономикой работают, потому что, собственно, речь идет о деревянном наследии Нижнего Новгорода, которое долгое время, ну, не воспринималось как ценность. Потом все снесли, оказалось, что вот... Ну, во многих городах так, да, бывает. Да, да, да. А оказалось, что это действительно, ну, то, что придает и неповторимую ауру территории, и связано со многими интересными и важными страницами в российской истории. Там и Короленко жил, и Горький, и прочее. Но это я сейчас в сторону уйду. Угу. Я просто хочу сказать, что мы этот опыт учитываем сейчас вот в той схеме, которую разрабатываем, потому что она непростая. Да? У нас, собственно, соучаствует городской округ Коломны, я уже про это сказал. У нас соучаствует губернская библиотека и Министерство культуры Московской области, которая сейчас, собственно, создает вот это новое общественное пространство, которое будет совместно работать с музейно-творческим кластером, то бишь оно Коломенский Посад. Да? Вот. Но для чего это нужно? Это нужно, чтобы на самом деле и аккумулировать те ресурсы, которые есть, и, собственно, попробовать создать гибкую структуру, которой не было, да, которая, в отличие там, от госструктуры, сможет быстро отвечать на вот запросы проектировщиков в сфере наследия, да, на запросы инициаторов проектов, помогать им. Но, с другой стороны, собственно, она сможет опереться на какие-то ресурсы. И это не только материальные ресурсы,
в этом смысле, но еще и на краеведческие ресурсы, которые даст губернская библиотека, потому что, собственно, когда ты работаешь вот с такого рода вещами, с историческими ли производствами, с частными музеями, просто с инициативами в области наследия, там, с новыми IT-продуктами в этой сфере, очень важно вообще опираться на хорошую фактуру, да, и на, собственно говоря, на ее знания, да, не придумывать ничего. Вот. А здесь, конечно, вот этой фактурой обладают библиотеки и музеи. Да. Библиотеки в большей степени, потому что есть целое направление библиотечного краеведения. Но чего происходит? Библиотеки этот материал аккумулируют, но продукты пока не очень умеют производить. Да, поэтому задача создать структуру, которая соединит вот имеющуюся информацию, материальные ресурсы, физическое пространство и вот этих самых проектировщиков с территории, у которых есть запрос. Mm-hmm. Да. Но это ближайшее будущее, насколько я понимаю, Андрей Викторович. А скажите, есть какая-то, простите за формулировку, расчетная мощность у этих площадей? Какое количество людей, например, могут единовременно посещать? Какое-то будет зонирование, там, не знаю, по интересам, по направлениям? Да это не то, что будущее, это уже настоящее, потому что мы, собственно говоря, уже начали работать, используя там инфраструктуру, имеющуюся ОНО «Коломенский посад», ну, в частности, коворкинг «Шелковая фабрика», который тоже создавался при поддержке Министерства экономики и инвестиций Московской области, то есть тоже там не без государственной поддержки обошлось. Но там, конечно, функции у нас пока сильно усеченные. Что касается там пропускной способности и прочих вещей. Мы, видите, мы еще рассчитываем, что эта библиотека будет еще и как библиотека работать для горожан. Туда переедет краеведческий фонд. И мы рассчитываем, конечно, тысяч на 150-200 тысяч в год. Да, это такие, ну, я бы сказал, достаточно амбициозные цифры. Да, но тем не менее, если вот это пространство запускается как социальный движок, и там, собственно, мы работаем и с приезжими проектировщиками, работаем и с местными там, стартапами, с людьми, которые пытаются запустить, и со студентами работаем, что в Коломне есть ГСГУ, и со страной работаем, то это вот нам дает такие оптимистические прогнозы. Ну, важно, конечно, это пространство сделать правильно. Да, в центре такого пространства, безусловно, должна быть кофейня, как коммуникационная зона. Вот, мы рассчитываем, что там будет такой большой зал для всяких событий и мероприятий с возможностью зонирования его на два под деятельность в разных группах. Будет еще один коворкинг для малых групп, будет отдельный зал для исследователей. Вот, у нас, собственно говоря, пространство уже неплохо зонировано. В ходе этого зонирования мы учитывали опыт работы Московской библиотеки имени Достоевского, который благодаря хорошему проекту и концепции там удавалось принимать тысяч по 300, по 400 в год, хотя библиотека очень небольшая, да? То есть это вообще там человек по 300 в день вообще проходило, и проходит сейчас человек 250-300 вот после всех пандемий и прочее. Вот я с уверенностью почему об этом говорю, потому что я, собственно, этой Московской библиотекой руководил 7 лет, и, в общем, вот этот опыт запуска нового общественного пространства, конечно, я хочу сейчас в Коломне применить. Ну, с учетом, конечно, того, что Коломна – это 140-тысячный город, а не мегаполис. А не миллионник, да. Да, но тем не менее, я вижу, что запрос на вот такие и новые общественные пространства в городе велик, особенно специализированные и заточенные под вот эти основные темы. Да? Такой вопрос хочу задать, Андрей Викторович. Вот спрос, да, это то, что мотивирует к первому шагу. Спрос в креативной индустрии, он конечен? Или это все-таки пролонгация, то есть как вот со студентами, со школьниками, да, они есть всегда. Они отучились в школе, перешли в вуз, новые школьники пришли в школу, есть студенты. А вот сама креативная индустрия,
Ну, смотрите, какая штука. Штука действительно вроде модная и новая, да, и вообще смотришь на это, думаешь, а не пройдет ли там эта самая мода. Угу. Ну, давайте так. На самом деле, запрос на творчество был всегда. Просто творчество, и это всегда рассматривалось такой вишенкой на торте по отношению к экономике, да. Сейчас выясняется, что это, а, ну, серьезный сектор экономики, и, б, очень интересные вещи растут на стыке этого самого творчества с разными областями. Да, где-то это добавляет маркетинговой стоимости, где-то это порождает принципиально новые продукты, и это не только развлекуха, как бы, да? Ну да. И это, в общем, ну, про многое, да, там и про образование, например. Ну, то есть симбиоз такой происходит, да, по, да, многим, да, направлениям. Да, по новым направлениям и добавление вот этих смыслов, да. Особенно, когда мы там про наследие говорим, да, вот опора на корни – это очень важная штука. Но говорим там про, например, про новую инженерию и про вот это самое инженерное творчество. Но вообще, там, если мы про Коломну будем говорить, то, конечно, наследие Коломны – это не только там Коломенский Кремль или замечательная там Коломенская пастила, но это и Коломенский шелк, например, а это в чистом виде технология, да, которые, ну, могут стать сейчас и основой для новых дизайнерских решений, и для индустрии моды и прочее. Возьмем местный Коломенский завод, и это очень мощная традиция, на самом деле, всякого инженерного новаторства 19 века, которая может вдохновить кого-то сейчас. Понятно, что там паровозы и пароходы, как в 19 веке, мы строить не будем, да? Но вот тот дух, который был, когда, собственно, придумывались супер-пупер новаторские решения, да, и через вот этот дух мы можем вообще кого-то вдохновить, показать и направить. И так далее. Да? Вот, ну, и здесь, собственно говоря, мы запускаем такой социальный движок, который про многое, который и про, собственно говоря, добавленную стоимость традиционной экономики и про совершенно новую экономику, и в то же время с опорой на корни. Да? Вот у меня мой друг и коллега Дмитрий Уйнес любит очень такой образ архаичных инноваций, да? Когда инновации опираются вот на эти самые корни. А на кого будете рассчитывать вот в первые годы? На какие-то местные ресурсы, разнообразные, или все-таки на варягов? Ну, вот чтобы проект вообще-то нормально развивался, надо рассчитывать и на тех, и на других. Просто их грамотно выделить, выбрать. Нам, кстати говоря, у нас есть маркетинговая стратегия, которую мы делали с таким платформой To Do Good и с фондом «Наше будущее» Вагита Олег Первого, который социальное предпринимательство поддерживает. Они чего делают? Они, там, когда попадаешь к ним в пул, дают возможность поработать, например, там, с командой маркетологов, которые не специально собираются. И это ребята и наши соотечественники, которые в стране находятся и за ее пределами, работают в больших компаниях, там, например, маркетологами, имеют очень серьезный опыт, но решили помочь стране и там как-то... Ну, благо, технологии сейчас позволяют, да, это все делать. Да, и вот они нам в ходе там ряда встреч по Zoom'у помогли отработать маркетинговую стратегию. В ней как раз вот про разное там. Да, мы работаем с Московской областью, потому что мы работаем в тесной связке с государством, да, и являемся таким центром внутри еще губернской библиотеки, да. С другой стороны, мы работаем со страной, потому что очень важно не делать этот проект таким только на Московскую область, да. И с запросом со стороны приезжают уже очень разные люди, которые вот собирают и фонд Тимченко в рамках программы «Культурная мозаика», и благотворительный фонд Потанина, и другие институции. И люди приезжают, смотрят, как Коломни, с одной стороны, но с другой стороны мы еще сделали сейчас виртуальную часть библиотеки наследия, портал, где собираем сейчас
лучший опыт со всей страны запуска подобных творческих индустрий на наследие. Причем они разные. Там есть и примеры и сельских индустрий, там, прям в селе, там, да, частных музеев, каких-то гостевых домов. Вот. И примеры из, скажем так, из городов-миллионников. Вот, и коломенский есть опыт, вот все мы там подсобрали, да, и самое главное, что мы там не просто кейсы описываем, а у нас там интервью с проектировщиками, где люди рассказывают, как они делали, где шишек набили, где ресурсы брали и прочее. Вообще, конечно, в этом смысле сейчас время интересное, сейчас куча есть возможностей, да, только немножко надо расширить горизонты, да, так сказать, открыть чакры, потому что в том числе учим, с одной стороны, как можно обретать экономическую устойчивость, и здесь у нас есть коломенская модель, с другой стороны, как эту предпринимательскую деятельность соединять с некоммерческой в режиме вот этого самого социального предпринимательства, решая некоммерческие цели и задачи, потому что очень важно вообще, что вся эта индустрия, она... Не только и не столько про деньги, а про любовь, то, что называется. Да? Ну, например, целью, конечно, деятельности Коломенского посада, там, оно и музейно-творческого кластера, является спасение и развитие коломенского наследия, Коломенского посада уникального. Вот, и эта задача вполне решается. Но она решается через создание новой экономики. Вот такой известный культуролог Владимир Дукинский, он в свое время... описал это такой формулой про бусы. Да? Мы носим жемчужные бусы, чтобы их сохранить. И это действительно так, потому что сохранять наследие там бессмысленно, если оно не находится в режиме использования. Другой немаловажный аспект, что мы учим опираться прежде всего на нематериальное наследие, но в связке с материальным. Да? Когда ты просто имеешь дело с квадратными метрами, пусть и старыми, да, с памятником каким-то, без понимания, что за истории с этим местом связаны, что за люди там жили и работали. Ну, просто красиво и все, например. Да. Это просто квадратные метры старинные, да. Как только мы понимаем вообще, с какими страницами историями все это связано, с какими людьми, не обязательно знаменитыми, да, просто могут быть интересные, мощные люди там второго, третьего плана. С какими, может быть, брендами, историческими рецептами там, и прочим все это увязано. У нас все это обретает совершенно новый смысл. Описывается все это формулой работы с культурно-историческими ресурсами. Есть специальная технология, сейчас мы в нее погружаться не будем, но она позволяет как раз вот эту силу места вытаскивать, как бы, да, и добавлять вот эту стоимость, создавая высокомаржинальные продукты. Ну что ж, погружаться не будем, потому что и время эфира нашего подошло, к сожалению, к концу, но, тем не менее, есть повод для очередной встречи, и я думаю, что она состоится, когда можно будет уже еще более конкретно говорить о месте, о работе, о людях, которые туда пришли, о первом опыте. Ну вот я надеюсь, запустим первую очередь, когда в следующем году будет у нас повод встретиться еще и поговорить. Я с удовольствием, если пригласите, еще раз приду. А мы с удовольствием пригласим для того, чтобы это все услышать. Я напомню, что в открытой студии «Радио 1» в Доме правительства Московской области сегодня мы беседовали с заместителем директора Государственного автономного учреждения культуры Московской области, Московская губернская универсальная библиотека, Андреем Лисицким. Андрей Викторович, что ж, вам успехов и будем ждать новостей. Спасибо большое за замечательный, интересный разговор. Открытая студия.